Царь небесный, утешитель дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель, приди, вселись в нас и очисти нас от всякой скверны. И спаси, благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами, сохрани нас в единомыслии и любви друг к другу. Тебе же славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Февраля 7, 2020 год. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Толкование. «Исправив беспорядки разделений, блуда, любостяжания, теперь поставляет правила о браке и девстве. Ибо коринфяне в письме к нему спрашивали, должно ли воздерживаться от жены или нет». Хорошо, превосходно говорит, если бы и всякий человек, а не священник только, как некоторые худо понимают это, вовсе не касался жены, а оставался девственником. Но безопаснее и к нашей немощи ближе вступать в брак. Посему присовокупляет следующее. 1 Коринфянам 7:2. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Толкование. Говорит о той и другой стороне. Ибо может статься, что муж любит целомудрие, а жена нет, или наоборот. Словами «во избежание блуда» побуждает к воздержанию. Ибо если брак позволяется во избежание блуда, то соединенные браком уже не должны совокупляться между собой без всякой умеренности, но целомудренно. Пожалуйста, вопросы у кого есть? Первое Коринфянам 7:3. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Толкование. Долгом говорит, почитайте любовь друг к другу. Поскольку она долг, то вы необходимо обязаны оказывать ее друг другу. Вопросы? Так, нет вопросов, да? Идем дальше. 1 Коринфянам 7:4. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Толкование. Теперь доказывает, что любовь друг к другу действительно есть долг необходимый. Ибо не властны, говорит, супруги над своими телами, но жена есть раба и вместе госпожа своего мужа. Раба, поскольку не имеет власти над своим телом, чтобы продавать оное кому захочет, но владеет им муж. а госпожа, потому что тело мужа есть ее тело, и он не властен давать оное блудницам. Подобным образом и муж есть раб, и вместе господин своей жены. Вопросы? Первое Коринфянам 7:5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Толкование. То есть против воли мужа не должна воздерживаться жена. Равно и муж не должен воздерживаться против желания жены. Ибо воздерживаться одному против воли другого значит лишать себя, подобно как и о деньгах говорится. Но воздерживаться по воле совсем другое дело, когда, например, оба, и муж, и жена по согласию определят известное время для взаимного воздержания. Изъясняет, что значит его выражение «на время». То есть, когда придет время пребывать в молитве, то есть молиться особенно усердно. Ибо не сказал просто «для молитвы», но для упражнения в молитве. В самом деле, если бы апостол находил в супружеском сожительстве препятствия к обыденной каждодневной молитве, то как в другом месте сказал бы «непрестанно молитесь»? 1 Фессалоникийцам 5:7. Итак, чтобы ваша молитва была пламеннее, удержитесь, говорит, друг от друга, потому что совокупление, хотя не оскверняет, но мешает благочестивому занятию. Я говорю, чтобы вы опять соединялись, но не полагаюсь его законом, а предписываю для того, чтобы не искушал вас сатана, то есть побуждая к блудодеянию. Поскольку же не дьявол сам по себе бывает виновником блудодеяния, но преимущественно наше невоздержание, то апостол прибавил невоздержанием вашим, ибо в нем заключается причина и того, что дьявол искушает нас. Вопросы? Так. Нет вопросов. В чате прям так жарко было перед занятиями, так. Такое обсуждение. Видно, все обсудили уже, все понятно стало. Тишина. Первое Коринфянам 7:6. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Толкование. Чтобы вы до времени лишали себя друг друга, я сказал это, говорит апостол, как позволение, то есть из снисхождения к вашей немощи, а не как повеление непреложное. Вопросы? Первое Коринфянам 7:7. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Толкование. Везде, где только апостол предписывает какой-либо трудный подвиг, обыкновенно самого себя ставит в пример. Посему и здесь говорит: желаю, чтобы все и всегда воздерживались. Пребывание в девстве, говорит, есть дарование от Бога. Однако этот подвиг требует и наших сил. Как же он называет его дарованием? В утешение Коринфян, которым он словами «невоздержанием вашим» нанес чувствительный удар. Между тем, заметь, что и самый брак он почитает дарованием, ибо сказал: «Каждый имеет свое дарование от Бога, один так», то есть дарование пребывать в девстве, другой иначе, то есть дарование жить в супружестве. Вопросы? Нет вопросов. Все понятно. Так, ну вот в чате мы обсуждали вопрос. Вот как раз я сколько раз убеждаюсь, что вот так совпадает ни раньше и ни позже. Именно это место Писания сегодня проходит. И был задан вопрос, что как вот так быть, я пообещала Богу быть в девстве до 25 лет, если не выйду замуж, то буду безбрачной. И не выполнила своего обещания Богу. И потом попался жених. И вот в чате обсуждали, а ее совесть мучает, как я же Богу обещала. И приводятся места Священного Писания, что дошли до того, что муж виноват, что он имеет право снять этот обет. Ничего в этом такого нет. Вот. И как? А совесть мучает почему-то человека. Нужно ли успокоить ее совесть или чего страшного? Ну, пообещала, с кем не бывает. Здесь апостол Павел нам говорит, что ну, один так, другой иначе. И детство это дарование. Вот. Может быть, она сгоряча это обещание дала, не подумав. Вот. Брат, ты приведи ветхозаветные списки. Там, где отец или муж запрещает обет снимать, вернее. Да, это числа. Да, сейчас. В Ветхом Завете, да, есть такое. Числа 30 глава сейчас. Вот, у меня как раз открытый. Давайте зачитаем. Так. Давайте с 4 стиха, чтобы все было в совокупности. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Ну, зарок – это о девстве, чтобы кто не понимает. То есть она пообещала не выходить замуж. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя. И услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зарок ее, который она возложила на душу свою, состоятся. То есть муж соглашается взять в жены себе девственницу и согласен на то, чтобы она оставалась девственницей в супружестве, как Дева Мария с Иосифом, например. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, потому что запретил ей муж ее, и Господь простил ей. То есть, ну вот, как бы она, не подумав, видимо, дала свой обет. То есть здесь решает... Получается, первое... Решает здесь муж, оставаться ли в девстве или нет. То есть девство, оно может быть и не замужество, и в замужестве тоже она может оставаться девой. Вот. Нам это, конечно, дико, чтобы вот, ну, как брат с сестрой жили, таких браков очень-очень мало. Вот об этом говорится. Получается, она обет наложила, не спросив отца? Да, да, да. Значит, обет ее недействительный. Значит, обет ее недействительный, но и отец может одобрить ее. Понимаешь? Тут два варианта. Она может положить себе этот обет, дать обещание, не спросив отца, конечно, ну, по идее-то она, конечно, должна спросить отца, прежде чем накладывать обет. Давай, Володь. Здесь пояснить надо. Дело в том, что она себе в сердце положила, что буду, например, незамужняя, да? А потом говорит к отцу, вот у меня вот такие желания, у меня такое появилось. Как вроде на это смотришь? И там же написано, если он промолчит, то есть он ничего ей не скажет, типа, пускай на тебе это обет твой состоится. А если скажет, нет, я тебя запрещаю, даже не вздумай этого делать, ты выйдешь у меня замуж. Тогда... Дети нужны, да. Да, да. То есть, надо понимать, что она обязательно к нему подойдет и спросит, то есть правильно она свое решение приняла или неправильно. Значит, да, самокруткой она не может ни замуж выходить, ни девственницей оставаться. Да, все просто... она согласие отца делает. Иначе как бы он узнал, что она в себе сердце положила? -то? Не как бы. Да. Значит, это никакой не обет. Это она сама себе напридумывала. И совесть ее обличает зря. Так, идем... Сестра, слово Божие говорит обет. Все, четко, ясно. Тут не надо переигрывать слова сразу. Обет. Да. Обет обещала. Она обещала, сама не подумав, пообещала, но она обещала Богу. И обманула Бога. И совесть ее мучает. И это должно быть так. И это правильно. Так, ну про обет вдовы разведенной надо читать. Вот, Марина говорит, отец ведет дочь к венцу. Раньше так было, сегодня все самокрутками выходят замуж и женятся, и никого родители не спрашивают. Ну давайте про мужа, когда вот там про отца, и тут тоже муж тоже должен, может снять такой обет. Не отец. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. То есть вот этот 10 стих говорит, то есть если вдова или развелась, и она пообещала Богу, что все, она больше не коснется мужчины, мужского тела, ни один мужчина, ни один отец уже не может ей в этом снять этот обет. То есть она должна этот обет нести до конца жизни своей. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвою, быть и с клятвами, то есть это не просто так. То есть я обещаю тебя, если я нарушу, ты можешь проклясть меня. И оно проклятие, сами знаете, что это такое. И муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, что все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты и зароки души ее не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит им. Всякие обеты, всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж не молчал о том день за день, то он теперь утвердил все. Если же муж ее молчал о том день и день, то есть дал согласие, что она девственница будет, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, слышав, молчал о том. А если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. То есть вот здесь непонятно, то есть она все-таки заставила ее нарушить свои обещания, и она в этом не виновата. Он же ее как бы или... У меня сейчас есть сосиски, майонез, батон, зелень. Так, только выключите микрофоны там, Екатерина. Вопросы какие там уже? Какой раз уже? Удалю в следующий раз из чата, он повнимательнее уже. Занятия идут, они болтают. Так, кто ответит на этот вопрос? Если же муж ее молчал в том день за день, то он тем утвердил все обеты ее, все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. То есть промолчал, значит, согласился, что она будет с ним в действии. Дальше, если же муж отвергнул их после того, как услышал, естественно, он не услышать не может. То есть она не может сама в себе, в сердце своем сказать. Он услышал, она ему сказала: я хочу быть девственницей. Вот. Он отвергнул. Написано, то он взял на себя грех ее, непонятно. Володя, где ты? Грех нарушения обета взял. То есть она дала обет, а он говорит нет, и грех на себя взял, я так понимаю. Так, а отец, получается, тогда благословил ее быть в детстве? Муж глава семьи, когда женщина замужем. Так что да, то есть она отцу говорит: отец, я хочу быть девой. Отец говорит: хорошо, дочь, я согласен. Вдруг появляется жених. Ну а как? Отец же говорит: дочка, ты же обещала. Говорит: ну пап, ну, вот так получилось. Может быть, муж согласится, чтобы я оставалась девой. Ну, давай. А муж говорит: а я не хочу, я не могу, я детей хочу. Ну да, теперь от мужа зависит. Если она замуж вышла, и уже теперь муж хозяин ее. Я так думаю. Ну, как она могла выйти замуж, если она дала обет, если отец согласился на ее обет? Мне непонятно. Да, вот это мне тоже непонятно. Обет... Есть, говорю, обет девства и обет безбрачия. Это два разных обета. Потому что и в браке можно сохранить обет девства. Вот здесь, наверное, скорее всего, обет девства. Но там же было по согласию. Он говорит: нет, я правильно сделал. Ему говорят: Елена, я что такое видел, что вы проклинали и давали обед, чтобы... Что, Рахиль? Я там заболел, да тоже это такое. Стих говорит, если они оба согласны. Они о чем-то говорят, о таком, о болезни. Муж, жена. Да, тут, если она выйдет замуж, 107 стих, а на ней обед ее. человек, я один решаю, сразу один в поле воин. Ведь муж уже может промолчать, то есть она, обет ее состоятся, то есть она обещание должна исполнить. Стихотворение. Все. Так, ну ладно, идем дальше. Это от нас так далеко. Когда-то это было, а сначала... Да, сейчас такого нет уже точно. Да. Но это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. То есть мы должны вот этим законом руководствоваться, вникать в него, исследовать Писание. А они свидетельствуют о мне, Христос говорит. Вот. И в крещении батюшка спрашивает, сочетоваешься ли ты со Христом, то есть переводится, выходишь ли замуж за Христа. Вот. И некоторые считали, что крещенная девица, если выходит замуж, она прелюбодействует Христу. Такое даже было, я не знаю, ересь это или не ересь. Вот. 1 Коринфянам 7:6. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Чтобы вы до времени лишали себя друг друга, я сказал это, говорит апостол, как позволение, то есть и снисхождение к вашей немощи, а не как повеление непреложное. То есть этот стих надо объяснять тоже или не надо, понятно. То есть нет повеления воздерживаться, а есть разрешение воздерживаться. И разрешение быть вместе тоже не повелевается. Обязательно будьте вместе. Лучше, чтобы вот как брат с сестрой жили и вообще. 1 Коринфянам 7:7. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Толкование. Везде, где только апостол предписывает какой-либо трудный подвиг, обыкновенно самого себя ставит в пример. Посему и здесь, говорит, желаю, чтобы все и всегда воздерживались. Пребывание в детстве, говорит, есть дарование от Бога. Однако этот подвиг требует и наших сил. Как же он называет его дарованием? Утешение Коринфян, которым он словами «невоздержанием вашим», стих 5, нанес чувствительный удар. Между тем, заметь, что и самый брак он почитает дарованием, ибо сказал, каждый имеет свое дарование от Бога, один так, то есть дарование пребывать в детстве, другой иначе, то есть дарование жить в супружестве. Это супружество, как подпруга конская под животом. Так, вопросы. То есть, ну, по детству нам нужно уяснить, что если муж промолчал и согласился вот, жить, взять в жены девственницу, и не прикасаться к ней. А потом вдруг у него проснулись плотские вот эти вот чувства, грех на нем, то есть будет виноват в нарушении этого обета. Так, Лена пишет, каждому мужчине глава Христос, женщине глава мужчина, Христу глава Бог. Пишет Евгений, и Елена Гладыщук ему парирует. То есть жене глава муж ее, а не какой-то там мужчина. Ну, ставит скобочку, надеюсь, это шутка. Лена любит у нас пошутить с юмором, сестра. Вот. Но в Писании мы говорим, что часто слово «муж» и «жена» приводится в смысле «мужчина» и «женщина». Вот. Здесь именно главенство не мужа над женой, но главенство мужчины над женщиной. Так и нужно. Главенство. Дело глава. Лена не цепляется. Ну а чем у меня отличается глава от главенства? Главенство первенство. два мужчины. А глава — это полностью за женщину нести ответственность. Что любой мужчина за меня несет ответственность. И все там мои грехи на нем. Ну а что, ты должна подчиняться только одному мужу, а брату не должна подчиняться? Он же глава. Кто, брат, глава? Ну, мужчина, он же мужчина, он брат, не сестра. Женщина подчиняется Христу, если у нее мужа нет. У женщины есть братья, мужчины рядом, которые тоже несут за нее ответственность перед Богом. Мы молимся «Отче наш», а не «Отче мой». Где это написано? «Отче наш», Евангелие. Где написано, что любой мужчина несет за любую женщину ответственность? Ну, христианин. Да, любите друг друга. Это и есть ответственность. Увидел брата согрешающего, выговори ему. Если не выговорил, Бог говорит, я с тебя спрошу. Вот она тебе и ответственность. Ну, ты выговорил, все, успокоился и живешь дальше. Она там сама по себе, ты сам по себе. Да, выговорил. На мне греха нет, я выговорил. А если бы не выговорил, был бы грех на мне, ответственность на мне. Сергей разве правильно рассуждает? Так переворачивать можно библейские тексты до бесконечности. Надо не мешать, к чему они придут. А в чем я перевернул? На одном месте стоит. В том, что не нужно любить друг друга, нужно не обличать, нужно равнодушно относиться к грехам другого. Муж — глава жены, а не мужчина — глава женщины. Ну, муж неверующий, ему по барабану на духовное состояние своей жены, к примеру. Но он все равно ее муж. И отвечать он будет перед Богом. А брат, значит, он не имеет права никакого обличать и наставлять, увещевать, потому что он не муж. Выйди замуж за меня, тогда и наставляй. Так, что ли? Брат, у вас уже спор пошел. Лучше оставьте на конец. 1 Коринфянам 7:8-9. Благодарю, брат. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Толкование. Видишь ли мудрость Павла, как он и превосходство девства показывает, и в то же время не принуждает к воздержанию от супружества того, кто не в силах воздерживаться, дабы в противном случае не подвергся он более тяжкому падению. Если, говорит, ты испытываешь большое насилие и воспламенение, ибо власть похоти сильна, то освободи себя от тех трудов и потов, дабы, взявшись за них, не подпасть к горшему злу. Вопросы? Тут надо заметить вот что, что вот этот стих, вот это место, 8-9 стих, это сказано только безбрачным и вдовам. Безбрачным, которые никогда не вступали в брак. Если же уже вступил человек в брак, то вот это второе предложение, не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться, это им не подходит. Здесь они впадают в прелюбодеяние, потому что написано, что если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. А я разжигаюсь. Ну, примирись с первым мужем и живи с ним. Если не можешь, оставайся безбрачной, но не будь прелюбодейцей. Так учит апостол Павел. 1 Коринфянам 7, 10. А вступившим в брак, ну, имеется в виду в первый, не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Толкование. Поскольку Господь в ясных словах дал закон не разводиться, разве только по причине прелюбодеяния, Матфея 5:32, то апостол говорит: не я, но Господь. Прежде же сказанное не было буквально узаконено Господом. Впрочем, и слова Павловы суть слова Господни, а не человеческие, ибо ниже он так говорит о себе: «Думаю, и я имею Духа Божия». 1 Коринфянам 7:40. Пожалуйста, вопросы у кого есть. Первое Коринфянам 7:11. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Толкование. Разводы, говорит, бывают из любви к воздержанию, или по малодушию, или по другим причинам, но лучше, если бы вовсе не было разделения. Если же оно и последует, то жена должна оставаться при муже, если не для соития, то для того, чтобы не привести никого другого. Если же она не сможет воздержаться, то пусть примирится с мужем. Вопросы? Ну, здесь задают вопрос. А если была измена, может ли жена выйти замуж второй раз и не будет ли это прелюбодеянием с ее стороны? То есть она невиновная сторона. Там же сказано здесь, кроме вины прелюбодеяния. Желающие ответить, пожалуйста. Так. Так, Евгений извинился, поправил. Да, цитировать место нужно Священное Писание так, как там написано, иначе можно оказаться лжецом, кто прибавит или убавит к тому, что написано. Но я так думаю, кто исказит смысл. А смысл можно исказать и цитируя точное Писание. Хотя апостолы, приводя в Новом Завете цитаты из Ветхого Завета, они точно их цитировали. Когда сравниваешь, как в Ветхом Завете цитаты написаны, и как в Новом, они их просто пересказывали своими словами, не искажая смысл. Так, Евангелие от Матфея 5:32. «И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». То есть, если какие исключения бывают, вот на прошлом занятии задавал вопрос, когда человек заключает второй брак, и это не является прелюбодеянием. Игнатий Тихонович сразу ответил, что нет никаких исключений, только смерть может одного из супругов являться разрешением на второй брак. Ну и даже анекдот такой привел, что пришли к священнику развенчиваться двое. Проведите нам обряд развенчивания. Хотим развестись, но чтобы заключить, видимо, вторые и третьи браки. И он начал проводить обряд развенчивания. У него такая Библия, такая пудовая, в золотых оковах. И он то одного, то другого стал по голове этой Библии благословлять. 10 минут благословляет, 15, 20. Уже голова чугунная. Они говорят: доколе, батюшка, доколе смерть не разлучит вас. Ну и тут как бы в этом месте должны все засмеяться. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что разводов у нас чуть ли не 100%. Государство это никак не порицает. Хоть по 10 браков заключать, тебя зарегистрируют в России. 1 Коринфянам 7, 12, 13. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Толкование. Что ты говоришь? Если муж неверующий, то пусть остается с женой, а если блудник, то не должен оставаться с нею. Но неверие хуже блудодеяния? Точно, хуже. Но Бог взыскивает более за грехи против ближних, чем против себя. Ибо сказано: оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим. Матфея 5:24. И 10 тысяч талантов ему должных он простил, но за того, кто должен был 100 динариев, он не оставил обиды без отмщения. Матфея 18:34. Так и в настоящем случае. Грех неверия, который оскорбляет самого Бога, он оставляет без внимания, но грех прелюбодеяния наказывает, как грех против жены. Некоторые, впрочем, так объясняют. Человек, говорят, остается в неверии по неведению, которое, может быть, и кончится. Как и сам апостол в 16 стихе говорит: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» А блудодеяние совершается вследствие явного развращения. Кроме того, блудник уже сам прежде отделил себя, ибо, отняв свои члены у жены, сделал их членами блудницы, между тем, как неверный не сделал никакого греха против плотского единения. Или лучше сказать, через это единение он может быть соединиться и по вере. Не говорю уже о том, что и порядок жизни извратится, и Евангелие подвергнется поношению, если верная половина отделится от неверной. Между тем, рассматриваемую заповедь апостола относи к тому только случаю, если муж и жена соединились браком, когда еще оба находились в неверии, но после та или другая сторона обратилась к вере. Ибо если прежде только один муж был неверующим или только одна жена, то верующей половине вовсе не позволялось вступать в брак с неверующей. Это видно из слов апостола. Ибо не сказал он: если кто пожелает взять неверующую, но если какой брат имеет. Опять не просто предписывает жить верующей половине с неверующей, но только в том случае, если последняя пожелает того, ибо это значит согласно, то есть если пожелает. Пожалуйста, вопросы, примеры, может быть, из жизни, может быть, у кого-то. Да, вот хорошее место, 1 Коринфянам 6:9. Не обманывайтесь, то есть вас будут обманывать, и священники будут обманывать, и епископы будут обманывать. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, это второбрачные при живых мужьях и женах, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Пожалуйста, вопросы. Ну вот примеры из жизни. Сестра живет с молодым человеком в неверии, но уверовала, стала читать Евангелие. И понимает, что брак не зарегистрированный, и она живет с ним в блуде. И она идет к священнику и кается. И священник, она хочет с ним расстаться, и у нее двоякие чувства, а он желает с ней быть, но брак не зарегистрирован и не желает регистрироваться. Она идет на исповедь, и священник ей дает совет оставаться с этим неверующим блудником. Он крещеный, но потом потерял веру. И говорит, если что-то тебя смущает, то этот грех я возьму на себя. Вот. И она, сестра, сейчас думает идти к епископу за разъяснением этого очень сложного вопроса. Жили они как семья, то есть родители этого человека называли ее его женой, но брак не был государством зарегистрирован. Вот как быть, что делать? Сохранять брак, вот этот вот, его и браком-то назвать сложно. Разводиться. А деток? А деток нет. Ну, это детки. Вот сразу на детки, да. Вот ради детей, пусть там живет в блуде, получается. Дети написано, суд свидетеля разврата родителей. То есть детей нет. Но священник приводит вот это место, которое мы сейчас подразумевает, что ты должна положить все силы, чтобы обратить его. Вот. Казалось бы, да, что она не должна его оставлять, тем более он не желает с ней расставаться. Вот. Но почему-то регистрироваться тянет. Сергей Евтушенко пишет, если брака нет, то как разводиться? Это блуд. То есть нужно блуд оставить, но брака нет. А если бы... Так, ничего нет, там пишут, да. Раз ничего нет, это блуд. Но она с ним, допустим, жила как муж с женой. И вот если она сейчас захочет принять, вступить во второй брак, это будет первый брак или это будет прелюбодеяние? Потому что там все друзья, все родственники, все думали, что это брак, ну, неверующие. Да, конечно, не брак, это чего-то. Но они жили как муж с женой. А? Ну, настоящий брак. Зарегистрируется и будет первый брак. А тот был. То есть пока нет печати в паспорте, будем считать это блудом, да? Да не будем считать. Это блуд, да? Сережа! Нужно собирать вещи и идти до дому, совет дают. Угу. Дело не в браке днем, а все в ней дело. Если она рождена свыше, искренне верует или хотя бы желает стать истинно оглашенной, она сама все примет и поймет. А это все подпорки гнилые. Я к епископу разрешат, мне кто, что, зачем. Когда тут и так все понятно. Даже если ты, у тебя штамп в паспорте, и у тебя брак есть и так далее, это все равно блуд. При любом раскладе, если вы неверующие, это все в блуде живут. Чего непонятного, я не знаю. Ну вот здесь я не соглашусь с тобой, брат. То есть, как так, штамп в паспорте, и все в блуде живут. Тогда как же апостол Павел здесь называет не оставлять этого мужа, он его мужа неверующего называет. У них штамп в паспорте, но они неверующие были. Если это блуд, как ты говоришь, то почему он благословляет, сохраняет? Зарегистрированный брак — это не блуд. Так. Вы же сказали, нет штампов. Мнения разделились. Зарегистрированный брак — это не блуд. Так, как шумит-то? А венчание тогда это что? Что тогда венчание? Венчание — это два верующих. Они захотели венчаться, подтвердить в вере Богу свой законный брак-то. А да. Эти, которые вот, у меня муж тоже неверный, так что же я, куда я венчаться буду, если он не христианин вовсе? Конечно, то есть ты не должна его принуждать, он не верит, с чего ради ты насиловать его будешь. Но этого не должно делать. И который священник утверждает, что раз вы не венчаны, значит вы в блуде живете, это неверно. Они живут, он неверующий, он ей не изменяет, она ему не изменяет. Она уверовала, детей воспитывает во Христе, или он там уверовал. А эта девушка, они же не в зарегистрированном браке живут, поэтому у них блуд. Она должна от него отойти или... как его? Либо зарегистрироваться, понимаешь? Убедить зарегистрироваться. Вот. Есть же другой вариант. Зарегистрировать этот брак. Вот. Он ее любит, она его любит. Но она уверовала, и она по канонам не должна выходить замуж за неверующего. По идее, она должна сказать: вот, дорогой, вот как увижу, что ты верующий, тогда поженимся, а пока вот давай на годик воздержимся друг от друга. Если он ее любит, ну он начнет изучать священные писания, изучать, как же она так, кого же она так полюбила сильнее, чем его. Может быть, он тоже так же полюбит Христа, и будет у них брак. Вот. А так, чтобы жить с ним в неверии и зарегистрировать брак с неверующим, ну, священник здесь, мне кажется, дает совет неправильный. И при этом он еще говорит: я беру на себя грех, значит, он признается в этом, что это грех. Немало не сомневайся. Здесь он проговаривается, получается. Вот. Блудника надо бросать сразу и навсегда. Такое вот еще. Бегайте, блуда. Написано. Это есть такое в Священном Писании. Вот. Тем более он неверующий, стал тоже участником этого блуда. Он понимал, что без регистрации этого делать нельзя. Вот. А что вот брат там сказал, что то, что там это блуд, и когда невенчанные все в блуде живут, вот, я расскажу. У меня мама уверовала, когда, и я заболел, вот, и тяжело заболел. Вот у меня проблема с головой, так это если сегодня сказать. То есть я в психиатрической больнице лежал, и ну, Господь отнял разум по грехам моим. И кто-то ей посоветовал, что нужно тебе обвенчаться. Раз вы в блуде живете, поэтому дети и страдают. А отец мой неверующий, покойный ныне. И она его уговорила. И они пошли и повенчались. Вот. Но он так и не уверовал. Понимаете? Вот. Но по милости Божией Господь меня исцелил. Но я к тому, что иногда несчастье близкого человека более сильнее подвигает тебя к поискам Бога, чем твои собственные несчастья. Болезнь детей. Вот меня смерть отца моего очень меня сильно подвигла искать Бога. Я очень хотел жить. И когда он умирал от рака, и у меня тоже было, у меня были сильные искания Бога. И я еще по любви к матери, боясь, что она одна останется, потеряв и мужа, и сына единственного, я, конечно, пересмотрел всю свою жизнь, а чтобы остаться в живых, мне нужно было оставить грех. И вот любовь к матери и смерть отца, вот это в неверии, вот этих тяжких мучениях от рака, он очень умирал тяжело и мучительно на моих, как говорится, руках, так и не приняв Христа. Вот. Тяжело, конечно, это все. Можно первое... Давай. По поводу выхода. По поводу брака. То есть гражданский брак не является блудом. Гражданский брак есть гражданский брак. Это так же, как ты живешь в стране, ты живешь по ее законам. Если ты переезжаешь в другую страну, там другие законы. И ты этим законам уже следуешь. Так же и здесь. Неверующие живут по своим законам гражданским, неверующих людей. Когда они уверовали, крестились, тогда у них другие законы уже, законы Божьи действуют. Поэтому гражданский брак не является блудом. Это гражданский брак. Если одна сторона уверовала вот, и остается в браке, то это опять же это не блуд. Ну, там уже апостол уже все сказал. А вот если не зарегистрированный брак, то это явный блуд. То есть даже нет гражданского брака, то есть нет союза. Это блуд, живут в блуде. Сегодня с одним, завтра с другим, послезавтра с третьим. Вот и все. Поэтому парень, и, по-видимому, не хочет регистрировать то, что он не хочет себя связывать никакими узами. И надо его оставлять, этого парня, и как бы уже в Господе искать себе либо верующего, либо девой оставаться. Ну, не девой уже, конечно. Безбрачный. Безбрачный, да. Девой уже поздно, к сожалению. Ну, да. Ну, благодарю. Ну там еще причина была, что он не регистрировал брак, потому что вот ты говоришь в другой стране, там за развод очень большие штрафы. Вот это в Европе, я не буду говорить, какая страна. Но человек может не регистрировать брак, потому что у него уже есть брак. Всякое может быть. Паспорт, да, всякое, да, то есть здесь вариантов масса. Да, то есть доверять такому не стоит. Да, конечно, доверять. Это явный грех и блуд, и все это. Она живет, она в этой, ну, все равно это ну, грязь, грех. Так, вопросы. Так, Евгений пишет: брак, печать в паспорте. Если нет печати в паспорте, то это блуд, потому что нет никакой ответственности. И сегодня, как правильно Лена заметила, один, завтра второй, послезавтра третий. Хотя и с печатью в паспорте тоже люди легко развелся и женился на другой, если веры-то нету, страха Божия нету. Вот. Есть браки с печатями, венчанные, но оба друг другу изменяют. Это что? Блуд. Внешне все красиво, все прекрасно, все оформлено. Это прелюбодеяние. Это прелюбодеяние, да. Так. Час прошел. Пожалуйста, вопросы. Алло, занят, я перезвоню. Пожалуйста, вопросы. Меня слышно, нет? В чем опасность молитвы за другого человека? Я занят, перезвоню. Меня не слышно, да? Давай еще раз вопрос. В чем опасность молитв за другого человека? Игнатий Тихонович, в чем опасность молитвы за другого человека? Вопрос Рахиль задает. Вопрос возник там на каком-то месте Писания, где это видно? Два места есть, где говорится об этом. Это Игнатий Тихонович, это мне соседка задает вопрос, ролик она посмотрела, вот что такое там, опасность молиться за другого. А тут как раз это у нас вопросы вот. Ну, так она должна сказать, на каком основании она. Я скажу, никакой опасности нету, вопрос отвечен. Ну вот и я ей сказал, мне немного. Ну, не за каждого молиться можно. Иоанн говорит, не за того говори, молись. А Иеремия говорит, не взывай, не молись, я не услышу тебя. Ну, если явно человек грешный, за него и не надо, да, Игнатий Тихонович? Не надо, который вор, убийца. Разница. О чем молиться-то? Главная молитва, апостол Павел просил, чтобы дверь была широко открыта для благовестия. Просят здоровья, это не запрещается. А чего дальше просит, если ты его не знаешь? А вот сыну, чтобы здоровье Бог дал. Я говорю, сейчас одну бутылку выпивает, да, болеет печень. А теперь помолились, печень не болит, он две бутылки выпивает. И зачем оно ему это надо? Ну, на месте надо смотреть по обстановке. Да. Ага. Молись, обрати, Господи, дай ему веру. Это можно за любого молиться, за любого. Это главная молитва. Спаси Христос. Слава Иисусу. Пожалуйста, еще вопрос. Так, ну тут Ксения Юрова пишет, что жена женский пол, а муж мужской пол, вот о чем с Еленой мы спорили, об этом говорится в первом послании Коринфянам 11:5-7. Об этом Игнатий Тихонович тоже говорит, что если муж это муж, а жена это жена, то что, мальчику теперь в шапке в церкви стоять, что ли? Там о покрытии головы говорится. Где же этого нет? Девочки у нас в платочках. Потому что они не жены, но женский род, женский пол. Видите, когда говорят, что вот как у старой обрядца, пол головы открыто, что она девушка, не замужем. Ну, девушка она нет, но главное не замужем. Пол головы открыто, они смотрят на нас, но это чересчур уже. У нас девочки самые маленькие, даже груднички, платочки надеты. И это никогда не ошибешься. А у вас, я говорю, до скольки лет? Если вы считаете, что она девица, ладно, 20 лет, 25, 30, 60, и она все без платка будет. Полголовы открыто. Сразу остановились. Так это еще не все. Ты дальше-то начни рассуждать, что отсюда выйдет. Какие моменты, с какого возраста, как, какое имеет значение замужество. А когда закрыта голова, как у женского пола, вообще ничего не надо, закрывай, и все. Вопрос с любой отпадает. Игнатий Тихонович, женщине глава любой мужчина? Ну как? Вот я слышал, тут у вас разговор шел. Раз она женщина, она должна подчиняться брату. Весьма желательно. Вот в Японии утром они встают, дети. Ну, допустим, девочки, там, мальчики. Девчата более возраст уже там по 15 лет, а ему 3 года. Заходят, первым делом кланяются отцу, потом матери. Потом она, взрослая дочь, кланяется ему, трехлетнему. А после он, если кланяется, он им уже не кланяется, женщинам. Хотя здесь речь говорит о муже и о жене. Но я гляжу, вот какой результат-то бывает. Она научилась поприветствовать его, что много или нет. А это у нее закладывается с детства. Она уже не будет зубариться с ним. Она будет знать, что это мужчина, и промолчала, и все. Женщина-то часто проигрывает то, что много знает, разговаривает лишнее. Ну а мужчина на глазах-то людей, он понимает, как он глупо выглядит-то. Он не знает ничего. Он начинает тогда ее ставить на место. Да пусть ставит, только все по Писанию. Получается, что горе от ума, да? Я говорю, какой обычай, где есть. Здесь прямо говорится, муж, жена. Но она говорит, а если брат мой, я что, должна ему подчиняться? Ну и не подчиняйся. И еще из этого будет. Это уважение, раз, а потом требуется защита, да, и навык. Лучше, конечно, слушаться. Конечно, если разумное. Если мужчина там пьет или что-то, как Златоуст говорит, он теряет кафедру. На его место становится жена. А если одного возраста, кто? Ну ясно, что мужчина. Он может уже говорить, а ей молодая она или старая, замужья нет, в церкви, да молчит. Молчит. А попробуй, она будет молчать? Хоть маленько, да скажет. Как Лев Толстой говорит, норовит, говорит, припомни, что было 10 лет назад, да 2 слова за раз. Хорошо, два брата сидят, один одно говорит, другой другое. Кого слушать? Ну, если один другой, такие. Я говорю, не то, что слушать, а делать, что надо-то. По старшинству-то поприветствуйте. Ему главенство принадлежит. Кто-то пришел. Да, я об этом и говорю. Спрашивает. А все она на побегушках должна у них бегать. Она не замужем. Ну тут надо как-то на месте-то уже сообразоваться. Вот у нас у отца с матерью 5 мальчиков, 5 девочек. И никогда этот вопрос не возникал. Никогда. И никто не учил. Не сама ли природа учит? Игнатий Тихонович, ай. Если вечернее богослужение больше люблю, чем литургию, из-за того, что на вечерней у нас тихо, благоговейно, почти нет хождения, это грех или не грех? Ну, понимаете, понятно, что литургия на первом месте стоит. А молиться ты будешь, какая тебе разница? Что ты там на вытяжку стоять, а тут... По-другому, одинаково везде молиться. Какая бы ни была молитва, хотя бы дома. А я люблю только вечернюю. Но вечерняя и литургия — это далеко не равная. Даже не надо сравнивать. Как даже праздники 2/10, а остальные там покроп, это даже не праздники, а памятные даты. Ну, их ставят там под крестиком или полнолуние. Люди любят разделять, классифицировать, а что важнее, а какие смертные грехи, а какой грех самый большой. Самый большой грех один. Дух Святой придет и обличит во грехе, что не верует в меня. Вот в этом весь грех. Не верит в Бога, значит, он будет сквернословить. Не верит в Бога, будет изменять жене, мужу, там, жена изменять. Не верит в Бога, он будет что попало делать, транжирить, пить. И неверие в Бога – это самый страшный грех. Дух Святой придет и обличит. А обличит о чем? Что не верует в меня. Тут так понятно. Смертные грехи. Смертный грех любой, в котором нет покаяния. Вот по-нашему, по-человечески рассуждать. Ну что сделала Ева-то? Ну один плод сорвала. Ну она же не фартук себе клала. Да и раздета это была. Ей даже положить-то кармана ни одного не было. Ну и что она сделала-то? Я вот прикидываю, сад имей, ребенок залез, я яблоко там или грушу сорвал, ну еще, дал ему побольше, в корзинку наложил. Так нет, ведь умерло за этот грех больше 100 миллиардов людей. Да разве это справедливо? А вот тут не надо рассуждать. У Бога другая шкала. Величие Бога. Величие человека по посту своему. Вот я подошел, допустим, ну или не я, кто-то, ну и кого-то там обругал, а мало того еще ударил. А кто? Ну равный себе кочегар. Два Васьки, Ванька с Васькой подрались. Ну если это ты сделал выше, с губернатором так поступил, ну ясно дело, что тебе грозит что-то. А если это с царем, с президентом, ты можешь вообще загреметь, никогда не вернешься. А проступок один и тот же. И вот поэтому величие Божие человека несравнимое. И наказание несравнимое. Кто-то сказал, что у Лужкова дом в Париже там есть такой. Ну, к примеру. А у него нету там. Ну, нету. Подали в суд на него. Суд присуждает заплатить там 250-300 тысяч рублей. Меня обложили со всех сторон. В газете напечатали, нарисовали бяку такую. 47 неправд в одной статье. Я кое-как выиграл. 5000 больше нету. Так перед законом-то мы должны быть равны. А вот еще тут вес такой. Это несправедливо, но это закон. И судьи решают, думают, это справедливо. Игнатий Тихонович, такой вопрос. У меня бизнес в Москве, и сейчас мы делаем производство в Нижегородской области, где вы покупали «Газель». И у меня такая ситуация, что я мотаюсь из Москвы в Нижний Новгород, и у меня и там команда, и там команда. Вот управляющий в Москве, матершинник, ругается, то есть страха Божия нет совершенно. Проповедь я, конечно, пытаюсь, стараюсь каждый раз, но она уже всем надоедает. В Нижнем Новгороде то же самое, но в лесу работаем. У меня друг детства, он курит, пьет, у него тяжелая такая-то, как сказать. То есть тоже страха Божия нету. И вообще, то есть, я спрашиваю смысл жизни, там как-то веруешь, не веруешь, он говорит, мне без разницы. И там, с двух сторон у меня вот такая ситуация. Я проповедую, но сила на исходе, вот как продолжать или оставить это дело? Какое дело, работу или говорить им? Проповедь, да, им. Ну, рассказывать им о Боге. Ну, больше, самое больше 3 раза. 2 или 3. Написано, после 2-го, 3-го разумления отвращайся. Не бросай жемчуг. Веди себя достойно, считай, молись, говори там где-то с кем-то. А ему отдельно больше не говорите, ничего не получится. Он закрытый. А когда откроет Господь, молиться за него надо. У меня случалось такое, каялись люди, о которых я даже не предполагал, что они могут обратиться. Ну, говорю один раз, в следующий раз я разговариваю с другим, а гляжу, он начинает слушать. А вначале он противился, на дыбке вставал. Вы сами определитесь, посмотрите, как он выглядит. А бывает с другим, ни одного слова ему не скажешь, уста закрытые. Это тут этому нельзя научиться так просто. Это надо молиться, и Господь укажет, надо или не надо. Благодарю. Да, только так. Это опыт. При опыте ты не будешь даже спрашивать, и тебе так понятно будет. Кажется, с полуслова, с полувзгляда. Игнатий Тихонович, еще вопрос родился. Я занимаюсь древесным углем. Мы поставляем в ресторан древесный уголь. И сейчас ставим производство в Нижегородской области. Вот, покупаем березу. Это не греховное дело вообще, потому что у нас тут леса выпиливают безбожно. А я вот как-то иногда задумываюсь над этим. Ну вы браконьеры? Нет, нет, все законно. То есть просто, ну как бы, может быть, те, кто выпиливают, браконьеры, но мы у них покупаем все официально. То есть видишь вора и сходишься с ним? Нет, нет, я не говорю, что они воруют. Сейчас более-менее у нас наладилось. Сейчас и ЕГАИС подключили. И все подконтрольно. Но опять же ресурсы просто. Жалко. Ну надо, если уже так, смотреть. Я помню, у нас в деревне вдруг появились машины, пшеницу продают. Продают дешевле намного. Ну и как-то уже Бог провел так, что соседи купили, а моя мама не купила. Отец пасет коров. Он вернулся, а мать сказала: так ты брала или нет? Нет, не брала. Но отец знает, что по такой цене мать бы взяла. Но почему не взяла, я не знаю. Сразу поставили вопрос. Встретили следующий день. Они опять там с пшеницей. А где вы брали? Ну, нам вот это дали. Где брали? А вот на разъезде там. А почему они такую пшеницу хорошую, отборную, и продают так дешево? Не знают. День не прошел, уже после обеда милиция приехала. Ну и начали подчищать. У кого заезжали? А там было так, он купил себе там центер-то, а у него было 10 центеров. Все выгребли. И штраф наложили. Писание говорит Давида, говорит, видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу, представлю пред глаза твои, грехи твои. Вот и все. Никогда не сходись с ним. Не смотри на это, на эту дешевку. Он делает, допустим, так, обойди, обличи, действительно леса вырубаются. У нас было, привозят и ровную, колоть легко, береза. Но я знаю, такая береза, она это отдельно, она молодая. А которая старая, она суковатая, там не расколешь. Сразу узнать, откуда. Да это нам давали, узнал, ничего не давали. Они тут же у нас и выпиливают рядом. Лесополосы, все. Тут, здесь тоже надо смотреть, не зариться. А бывает действительно так. Им дали. Они в лесу работают, разрешили по 5 кубометров взять. А он продает. Надо быть настороже. Вот эти машины воруют, иногда их отдельно по деталям продают. Ну ты берешь, ты откуда? Он только попросил телефон позвонить. Гляжу, их уже нету, они все унесли телефон у соседа. У меня не возьмут, я и не дам никому. Все, телефон лишился. А почему? Растяпа. Надо быть аккуратным. Сегодня я пошел за водой с ведрами на улицу, колонка. И два мужчины стоят, молодые. Подходят, а вы с какого дома? Я вышел, ну, вот видите где. Они дают какие-то бумаги. Я говорю, а что это бумага? Государственная какая-то? Там что-то такое написано о пищах. Я говорю, ну вот положите почтовый ящик-то. Сам за водой иду и оглядываюсь. Нет, вижу, к соседям заходят, к другим. А сколько вас человек? А вы кто будете? Вы хозяин? Нет. Это меня и так знаете. Я на все вопросы их ответил. Ответила, за ними гляжу. Самый последний вопрос не понравился. Сколько вас человек? Они делают так. Им нужна эта земля. А земля в центре, ну и дальше уничтожает, сжигает или что-то, и землю приватизирует. Ну, я гляжу, они машина своя, тут я машину их записал. Подозрение, ну и что подозрение? За подозрение не судят. Я смотрю за этим. Так... Спрашивают, Если оба были неверующие, но потом один из них уверовал, принял истинное крещение, и брак их не венчан, можно ли вступать в близость им, не будет ли это блудом? Ну а как он будет блудом, когда Павел говорит, чтобы не расставались? Что Павел к блуду побуждает-то? Даже невенчанные, законный брак. И так же, чтобы было не так, невенчанный, я разойдусь, месяц-два пожил после крещения. Нет уж. Спрашивает, он идет, никак не идет под венец. Он неверующий. Если он желает, брат или сестра должны быть. Он руководит здесь, не ты. А если он согласен уйти, ну, тут надо поговорить, ты навсегда остаешься со мной или нет. Факты такие. Они должны быть обговорены. В Америке или везде, там это все в подробности, подробно-подробно описывает. Если ты бросишь, там какие тебе недоимки с тебя будут брать. Вот дальше вы рассуждали, вот, обет она дала. Но это все понятно. Обещала, отец имеет право прекратить, муж имеет право, а если вдова там кто-то, то нет. А теперь, если промолчал, этот обет снимается. Но дальше уже не обет называется, а грех. Грех этот на тебе. А каким образом? А что она именно обещала, если ты промолчала? Ведь видите как, надо смотреть, какие слова там стоят. Тут толковать даже нечего. Я ее не разрешаю. А что? Ну, она решила там, потом мясо не есть или еще что-то. Как правило, тут мясо и женитьба. Главные обеты были. Отец сразу ее на место поставил. Ты не имела права, я тебе не разрешаю. Она замуж выходит, допустим, во время отец умер. Она мужу должна сказать, я брала обед такой-то, мясо второй год не ем. А на сколько у тебя обед был? На обед был у них не на всю жизнь, на 7 лет. Ну что ты будешь без мяса? Будешь завидовать мне за столом. Я с тебя это снимаю. А вот теперь за последствия отвечаешь ты как муж. Что из этого будет? Какой она давала обед? О чем? Ты под ним подписался. Не то, что ты должен исполнять, а ты должен знать, какая статья, какой параграф. Вот и все. Это Второзаконие 19:19. Если свидетель показал, а он оказался лжесвидетель, и статья там какая была? Тяжелая статья. А доказано этого не будет, то эта статья ложится на того лжесвидетеля. И его сразу начинают судить как убийцу или как блудника. Так, а раньше еще было, кто судья выносил приговор, он должен был его привести в исполнение. Расстрелять или зарезать, или побить камнями. Почему и говорится, положили руку на голову. Это было ой-ой как. Так что лучше промолчать. Вопрос от Василия. Игнатий Тихонович, у Иринея Лионского в труде «Обличение и опровержение лжеименного знания» написано со многими свидетельствами, ссылками на рассказы самих апостолов, что Иисусу было больше 40 лет, но меньше 50. И на этом построено еще толкование освящения всех возрастов от младенческого до старческого. Известно ли, как появилось толкование про 33 года возраста Христа? Очень даже просто. Это доказано евангелистами, а другое, это отобразилось это в канонах, 6-й Вселенский собор, 14-15 правило. Святые отцы что, не понимали этого? 30 лет выходят только на проповедь. Ни в 30, ни в 40, ни в 50. До 30 лет никто не имел права ходить, быть учителем. Вот и все. А дальше уже смотри, как он где ходил. 3,5 года его деятельности. Его распяли. Вот откуда это берется. А остальное ниоткуда. Ни одного доказательства нет. А считали, был лет 50. Считали. Считали, да плохо считали. 33,5. Определенно и четко. Игнатий Тихонович, а наш батюшка повенчает без печати в паспорте? Что наш батюшка? повенчает пару без печати в паспорте? А зачем оно? Конечно, никакого отношения не имеет паспорт. Я даже не знаю, спрашивает, не спрашивает, но это тоже чему-то обязывает. Коснется разойтись, он, ну, лицемер какой-то. Желательно, но если нет, все равно помещает. Потому что церковный брак, он не приравнивается, и меньше не может быть мирского. Ну, Виктор Савченко говорит, нас венчал без паспорта. Свидетель живой, да, без паспорта, без печати паспорта, и они потом зарегистрировались. Желательно, желательно. Ну, почему желательно? Да потому что это обязывает его. И по имению, там, в случае чего раздел какой будет, и по всему, и по детям, воспитание, элементы. Мало ли что в жизни бывает. А я читал, что некоторые не регистрируются в ЗАГСе, потому что там указано, что права мужа и жены равны, а у верующих они не равны, и поэтому они венчаются, а браки не регистрируют. Это правильно? Дурь такая или что это? Кто же это соблюдает-то? Они говорят, ну и пусть они считают-то. А тут сказать надо, если так волнует тебя сказать, у нас муж глава жены, все. Нигде нет, что она будет знать, это нигде не отображается. Можешь сказать, чтобы совесть была спокойна. Она сидит там, тетка, будет она тебя разбираться. Нет, ну у них такая вера, раз люди ставят печать в паспорте, это значит, они подписываются в том, что они равны друг другу в браке. Я и про это говорю, она не может стать равной никак. Апостол Павел говорит, не равна, потому что не муж создан для жены, но жена для мужа. То есть печать в браке никак равенство оно не утвердит, то есть этого бояться не нужно. Они могут говорить что угодно, чтобы женщина должна быть без платка, там может быть еще что-то, без бюстгальтера такое придумали. У нас свои законы. В таком законе, значит, она и подпишет. Она не утверждает наш закон. Она только показывает, что мы согласились быть вместе и делим теперь пополам все, что заработаем. А если до этого у меня была машина, а мы поженились, то на машину она будет при разводе. Никакой претензии быть не может. Но мы об этом даже не говорим, верующие. Понятно, что она вошла, только никакого развода не должно быть. Но закон учитывать, что мы нажили вместе, то пополам. Равенство. Она сидела с ребятишками, на работу не ходила, а это уже не имеет значения. Квартиру получили уже вместе. Вот как только расписались, теперь до рубля все пополам при разводе. Только потом придется усыновлять своих детей без печати в паспорте. Так, я не понял, что сказали, как? Мужу придется усыновлять своих детей без печати в паспорте, там во всех этих органах, либо не регистрировать их. Ну, наши правила никакого отношения не имеют. Допустим, она мусульманка, он мусульманин, в Казани где-то. Ну и что теперь? Она пришла в хиджабе, а закон не обговаривает, что в хиджабе нельзя, вот и все. Зарегистрируют. Они били сейчас в платках на паспорт и на русских распространилось. Это они пробили. Мусульманские жены. А до этого фотографировали только без головного убора. А сейчас можно в головном уборе даже у нас в Алтае. Просто Дмитрий Лемеш боится регистрировать брак, это я ему говорю. Надо серьезно относиться к этому. Не так, что не Павел. Это не кусок хлеба. Зачерствел его, заменил другим. Почему Павел говорит, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Остался без жены, не ищи жены. А он все смотрит, да еще погладить надо чужую жену, да ухватить ее где не надо. Ничего не научился, глупый мужик совсем. Аминь. Коротенькая такая жизнь. Но один раз мигнул, мгновение, открыл, закрыл глаза, все, жизнь кончилась. Нет, вот всякую глупость. Ну зачем тебе нужно такое бремя нести? Она помогает. Вот у меня столько вокруг меня сестер. У меня стихотворение одно есть такое написанное. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, что мимо меня, не заметив, прошли, взглянули лишь косо, змеей струились щекосы, с занозой в них не вошел, и нечего то ворошить. И тогда последний куплет говорит, как я сижу обстиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле, и мой ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Это хорошо Виталий Калиников, мое стихотворение, насчитывал. Таких стихов ни у кого нету. Представь себе, на шатком своем табурете обстиран, вокруг счастливые, чистые сестры. Слова-то какие? Аминь. Я бы прочитал вам сейчас, если свернуть. Я могу это быстро сделать. Вы не уйдете? Так. Сейчас я мигом. Да, мы ждем. Зайду сейчас. Здесь мы, Игнатий Тихонович. Сидите спокойно, никуда. Так, сейчас я гляжу. Стихи разные. Вот они, где у меня тут есть. Вот читаю. Так. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косо, змеёю струились щекосы, занозою в них не вошел, и нечего то ворошить. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь. По лезвию острому кубарем там я скатился, а женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака, из сердца кострища с горящей своей головней, но жив оставался, лишь бороду сдуло слегка, да теплой ночью прошедшая сладко кольнет. Не мне подбивать и итожить спектакль необычный, но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не сладость, конечно, что чувствами сад ископычен, но снова я жив, и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не престили, характер не мягкий, путаны не липли ко мне. Страх Божий сковал мое тело, бесилось в могиле, а разум треножил в гиенском сгорая огне. Один на распутье распутства был спутан, наказом от матери, скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось, не рад, что капут мне, но корень обрублен, и вянут цветистые ветви. В таинственном мареве разум совсем не терял. Работа до пота, сгорал в одиночестве диком. То ветер измен-перемен в порошок истирал. Примил не по карте, а в храме минуты изгибы. Храним несказанную милостью Божьей. Вставал окруженный мечтанием во сне, вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей. Явились на юного близкие мне старики. Ни в жаркой пустыне, ни в келье в лесу отсиделся. В помощниках в деле Господнем счастливые, чистые сестры. Обстиран, накормлен, на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. 9 ноября 2005 года. Игнатий Лапкин. Как считают, мало считают так. Игнатий Лапкин. Я говорю, как Сергей Павлович, на ринге-то объявляет. Федор Емельяненко! Сергей также. Ну как, стихотворение понравилось? Не Пушкин, не Ленин, Никто не напишет такого. Счастливые, чистые сестры. Чего стоит такое сравнение? А то запах, женщина, платье, там юбка, все попало. Вот тут пишет один, Сергей Мердин пишет: если муж неверующий и еретик, то венчания быть не может. А жена автоматически становится перед Господом главой семьи. Ну, за еретика написано, она не должна выходить. Но если оба были еретиками, и она обратилась к Богу, он желает с ней жить, то должны оставаться вместе. Но на кафедре она ему уже не позволит стоять, слушать его ереси. А в остальном варить, штопать, и ходить, не ходить в гости, и слово его еретика закон. Тут надо разбирать, духовное, недуховное. Еретика мы... Он еретик-то еще, он калека какой? Импотент? Нет, конечно. Речь идет о другом. В любом случае должна подчиняться, если не противоречит Писанию. Если противоречит Писанию, не должна подчиняться. Так, да, правильно? Если он поступает так, скажет... Вот тут одна, я сейчас ее не назову даже. Муж там говорит... Ну а чтобы тебе не было, смеются там, платок надень, это сними, накрасься, проще. Она уступила. Вот тут никогда не надо уступать. Намертво стоять. Намертво. Нет, я свободный человек. Без платка никогда больше не появляйся. Никогда не крась, брюки не надевай. Намертво. С первого дня поставь его на место. Венчание как таинство когда появилось? В каком веке? В каком месте, в каком дне? Ну, наверное, когда кто-то развелся и стали по-другому. Ты вот смотришь, когда Кама Гридеши, Марк, ну это Лидия, Петр-то тоже был брошен в камеру, а мы желаем повенчаться. Вот сейчас будут львам бросать, она пожелали утвердить этот брак, как Ева с Гитлером в ночь. А утром уже обоих нету, если так верить. И здесь точно так же. Он взял их за руки, в свои руки положил сверху. Ну, муж и жена провозгласил. Ну и все. А сегодня и в круговую ходят там, и сколько времени, говорят, и любому петуху позавидуют. Так, вопросы? Так, там вопрос выше. Ну... Еще, читали ли вы «Пастырь Ерма» и какое у вас к этому откровению отношение? Да я не просто читал, он у меня насчитанный. Насчитанный, когда я читал все книги, Златоуста 12 томов, 12 книг «Жития святых» и «Пастырь Ерма». У меня насчитанный он на сайте должен быть. Ну как? Интересно, там камни как отбрасывают, то другое. Я строитель, мне это близко. Там ничего против нету, нормально. Ну, в виде аллегории написано, какие мы камни. Когда строишь вот стену какую-то, а же не кирпичи, камни обтясывать надо, а бывает трещина, их отбрасывают. А потом, когда уже подстроят, а нет ничего, тогда берут и их. Вот так и здесь. Капризничает. У Ивана Андреевича Крылова стихотворение есть, как одна девица. Вот она вышла бы замуж, но он не знатный. Другой знатный, ничего нет у него. Ну и тот некрасивый. Но она засиделась, смотрит, уже седая волосинка появилась, другая-то. И она радешенька была, когда вышла за инвалида. Вот так эти камни. Тогда будем заканчивать, вопросов раз нет. Ну, наверное, просто не знает, как выразить их. Вопросы обязательно есть. Вот я беседую с мусульманами, это просто они, как дела? Вот первые все, как дела? А откуда вы, я показываю, с кухни, вон дверь открыта, вон там сзади. То есть нигде я нахожусь, а как? Это откуда это говорю, с пункта А в пункт Б. Вот начинаешь с ними говорить. Ну, вопросы задать. Я говорю, я-то могу тебе хоть один задать? Ну, да. Я говорю, а почему усы бреешь? Кто тебе разрешил портить образ Божий? И ни один не может ответить. А когда ты не трогаешь ее, вопроса нету. Вот так и здесь. Кто бы она ни была. Вот у нас, посмотрите, когда идут занятия, во время тут богослужения идет утром, и они минут 20 занимаются с ними, 25 бывает минут. И как одеты девочки, маленькие совсем, все двойной платок под булавочку, как хиджаб, и платье до полу. Красота, смотреть приятно. Давайте, пока возможность есть. А завтра, может, у нас уже и не будет возможности. Всех очень интересует регистрация брака. Все-таки нужна или нет? Вы так про батюшку сказали, а я могу вам так сказать. Батюшка ни одного еще брака не... венчал, где бы не было регистрации, то есть штампа в паспорте. А да как... только что Виктор Савченко сказал, что его венчал. Так что это неточное сведение. А штамп у него все равно есть. А штамп у Виктора все равно есть. Так что без штампа он не венчает, батюшка. Или очень хорошо знает, что повенчаются. Ой, штамп поставят. Тут вот какое дело. Да? Если не венчанная... А тебя арестовали. На свидание ее не допустят. Я когда почувствовал, мы повенчались когда, а не пошли в регистратуру-то никуда. У нас не было. А зарегистрировались, когда уже я почувствовал, сгущаются тучи, и меня вот-вот арестуют. И правда, мы теперь ей вход открытый. Она может подавать на свидание, со мной прийти, ходатайствовать. А так бы я никак. Вот и все. Дело все в том, придережено средства, если умер муж или что-то там, дети. Вот. Я, например, понимаю это вот так. Тут об этом нигде в Писании не написано, но сама жизнь подсказывает. Она бы нигде не проникла. Ходатайствовать ездила в Москву, а кто ты такая? Она показывает, она жена. У нее стоит печать, что мы повенчаны, это зарегистрировано. И квартиру, когда получали, тоже смотрят. Везде, нигде. А где мешает? Мешает нигде. Нигде не мешает. А то, что нету регистрации, везде мешает. Еще ради я буду отказываться. Вопрос. На чем акцентировать внимание при воспитании детей до 4 лет? Ну, как мы видим, и все народы это понимают. Надо, чтобы отец был рядом. Ну, бывает, отец погибает или что-то. Вот у Иоанна Златоуста отец секунд, как секунд. Когда еще в люльке лежал, видимо, а мать одна его, Анфуса, воспитывала. Она задумалась только об одном. Как дать ему христианское воспитание. Постоянно приучала, говорила. Вот у баптистов есть был такой Каргель. Вот. Ну, я лично не встречался, так видеть-то видел. И он говорит, мать была одна, ребятишки. И она думала, куда, в какое училище меня отдать. Но это время-то было так другое еще. И она по разным училищам смотрела и нашла только одно, лютеранское, немцы там, немецкое. И она туда отдала. И он говорит, я бы нигде не получил то, что получил там. Дальше знает язык, это точность немецкая, вот эта педантичность. Это я все там, говорит, получил. Надо думать, куда послать, куда и что. До 4 лет надо, чтобы ребенок был с собой, его таскал. Куда бы ни пошел. А не так, сунул его. Утром встал, ну иди в другую комнату, помолись. Нет. Встань на молитву, встань на колени, да обними его еще. Чтобы он знал. Полная серьезность. Никогда, чтобы ребенок не видел, что ты лукавый. Как молишься. Посты соблюдаешь, как ты работаешь. Отца никогда не суди, отец за дверь. Вот мы ни разу не слышали от матери, чтобы мать про отца что-то говорила. Бывает, отец зайдет и нашумит. По делу нашумит-то. А мать промолчит. Он зайдет, а там чугуны на лавке стоят, а лавка вдоль стены. Растаяла тут чугуны, а ребятишек-то 10, не 5, а 10. Ребенок-то дернет, обожжется, что ты, лохудра. Ой, все, мать тихо, чугуны по сторонам дальше растолкает, на пол поставит. Отец за двери, а мать ни слова. А бывает так, отца нету, ну и она его полоскает. Это уже все, авторитета отца нету. А у нас авторитет был отца. Отец на поле пасет, коров там пасет или овечек. И мать скажет, а отец сказал, что надо сегодня прополоть вот там. Ну, я не слышал, мать сказала, что это абсолютно правда. И что-то мы забегались там или что-то, мать скажет, а отец-то пригонит, он что скажет? Вот это что скажет, я не знал, что он скажет. Ну, только почему плохо сделал или не сделал, но это для нас казалось высшая мера наказания. Мы все бросали, игры там ничем не заняты. Но я не играми занимался, а мне надо было свободное время. 2 ведра и бежать на поле, суслика выливать. А потом шкурку сдам, то 3 копейки, чтобы велосипед купить. Ездить в Корщино, 15 километров. Ну, у нас своя была жизнь. Вот так. И от отца я ни разу за всю жизнь не слышал, что при детях он матери что-то сказал. А отец был очень крутой. Дети должны видеть, как ты считаешь Слово Божие. Посади ребенка. Я вот 48 считаю лет занимаюсь с детьми. И большая Библия должна быть. Он только научился считать. Первое, который научился считать, уже Библию считает. Смотри, у нас как Тараси считает. А там Степа Потеряевки. Дети слышат, видят, посты соблюдают. Но это, что можно сказать, цене это. И они это знают. На полном серьезе с ребенком. Как относятся к скотине, к птицам. И они ухаживают. Маленький ребенок, он же все старается делать, подражает. Едва-едва ходить только начал. А его уже приучают. Лучше воспитание, чем в деревне, где не пьют, я имею в виду. Ну, нельзя придумать. Можно ли курить табак православному? О! За один вопрос надо отпороть уже. Поркотерапия. Да зачем он тебе нужен, вонючий такой? Замуж за кураку выходит, и потом всю жизнь мучается. Как он уже, газета пришла. Как по праздникам сохранить свою печень? А почему не почки? Прямо заголовок такой. У верующих этого ничего нету. Даже не ели мы молочное, там какое мясное, на Пасху где-то. Маленько разговелся, да и все. Для виду. Надо научиться самого себя наказывать и на себя эпитимию накладывать. Вот у меня в жизни было, запомнился пример. Я уже большой, в классе 10 учусь, сижу там на заваленке, что-то я считаю, не знаю, к экзаменам ли готовлюсь. А отец с матерью ушли там, где что-то там о хвосте какие-то, ну курицам, то ли давали или продавали. И они на санках везут. Я так глазами отодвинул, я увидел. Они уже идут здесь. Мне бы только все бросить и бежать. Но я еще, может, сколько-то секунд не двинулся с места. И я себя за это наказал, допустим, лет 15 яйца не ел. Вот и все. Еще я гляжу, что-то еще нету. Так уже 55 минут. Что же такое делается? Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную, непорочную, и Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слова, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем. Вот там Макаров Виктор, пускай помолится. Господь наш и Бог наш Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас грешных. Благодарю Тебя, Боже, за возможность познавать Слово Божие, читать Писание, изучать. Благодарю за то, что слышишь меня, даешь нужных людей мне, кров, пищу, и что у нас мирное небо над нами, что нет войны. Благодарю за возможность быть причастником православной церкви. За знание, которое даешь нам, что познаем истину. Каждый день делаешь нас чище. Мы хоть противимся по своей греховной воле, но все равно приходим к истине. Наставь нас, Господи, на путь истины и правды. Да будет воля святая. Прошу молитву за болящих наших братьев, родственников, за неверующих наших родственников, друзей, близких, всех окружающих нас людей. Без наставника за нашего Игнатия Тихоновича. Прошу, Господи, из всех святых наших молитв за нас грешных. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.